Самой раніцай у Гомельскім дзяржаўным аўтамеханічным каледжы шматлюдна. У інтэрнаце менавіта гэтай установы на працягу ўсяго абласнога этапу рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах будуць жыць яго ўдзельнікі. Па вялікім рахунку, яны ўжо лепшыя пераможцы раённых этапаў, але гэтыя маладыя людзі яўна імкнуцца да больш высокіх паказчыкаў. Дыплом пераможцы для іх вынік шматгадовых мэтанакіраваных заняткаў. З 5 класа начинаецца падгатовка, і чтобы добіцца успехаў уже в дальнейших каких-то олимпиадах нужно заниматься каждый день, даже на каникулах. Для удельников областного этапа республиканской олимпиады по учебных предметах организаторы мкнулись створить максимально комфортные умовы. Урэште тут школьники будут не только жить, але и рыхтоваться до спаборництву. Оказать уплыв на настрой и, как следство, выники испытал, может любая дробязь. Хоть по великим рахунку узровень подрыхтовки навученцев Гомельской области достатково высокий. В прошлом учебном году Гомельская область заняла первое место по итогам республиканской олимпиады среди областей Республики Беларусь. И та система отбора и система подготовки ребят, которую мы создавали несколько лет, оправдывает себя, и мы имеем достаточно серьезный результат. Непосредственно испыты почнутся завтра, а покуль яны удельники урашистого открытия областного этапа. Выпробовывать свои веды будут 1040 школьников. Самая великая колькость удельников – 126 человек по математике. Самая маленькая – 7 олимпиадников по китайской мове. У составе журы – выкладчики ВНУ и наставники школ и колледжов. Яны обещают быть максимально объективными. Хоть сёлета и работа журы будет под пильным контролем. Каб выключить махчимость фальсификации выников, некоторые работы проверят двойчи. Практически все они будут отсерены и отправлены в город Минск, где там выборочно будут проверяться также работы повторно, чтобы исключить различные моменты, скажем так, лоббирования каких-то интересов, да, или же тех людей, которые готовили детей к олимпиадному движению, вот, по предметам. Поэтому мы рассчитываем, что все будет кристально чисто. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».